800 потолок. У них будет стандартная пенальти. Это 10 очков за каждый превышенный метр. Выше 2900. Если кто-то не согласен с пенальти, которая получилась, 2900, все, 800 больше нет. Если кто-то не согласен с пенальти, которая была по вчерашнему, то можно ли подойти вечером? Is that clear? Сегодня одно ограничение. Одно очко.